Қайырлы күн, құрметті әріптестер және шақырылған қонақтар, құрметті депутаттар, баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимі қосылсын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Сенаттың 49 депутаттан 47 депутат, мәжілістің 107 депутаттан 102 депутат қатысып отыр. Жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар. Құрметті депутаттар, біздің бүгінгі бірлескен отырысымызға Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қатысып отыр. Сонымен бірге республикамыздың премьер-министрі, мемлекет хатшысы, президент әкімшілігінің, тұңғыш президент елбасы кеңсесінің басшылары, конституциялық кеңестің және орталық сайлау комиссиясының төрағалары, үкімет мүшелері, республика президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың басшылары, президент әкімшілігінің, премьер-министр кеңсесінің, парламент палаталары аппараттарын жауаптық қызметкерлері және бұқаралық ақпарат құралдарын өкілдері қатысып отыр. Құрметті депутаттар, сіздерге келесі күн тәртібі ұсынылады. 7-ші сайланған Қазақстан Республикасы парламентінің 2-ші сессиясының ашылу туралы. Қарсылықтарыңыз бар ма? Жоқ. Онда күн тәртібі бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын. Дауыс беру режимі қосылсын. Нәтижесін экранға беріңіздер. 7-ші сайлаған Қазақстан Республикасы парламентінің 2-ші сессиясын ашу үшін және Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауын жариялау үшін сөз Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа беріледі. Құрметті депутаттар, құрметті үкімет мүшелері, Қазақстан Республикасы Конституциясының 59-ші бабына сәйкес 7-ші шақырылымдағы парламенттің 2-ші сессиясын ашық деп жариялаймын. Thank you.
Қымбатты отандастар, құрметті парламент депутаттары мен үкімет мүшелері, биыл егемен ел болғанымызға 30 жыл толып отыр. Тәуелсіздік біздің ең қастерлі құндылығымыз. Қазақстан тұңғыш президентіміз елбасының дара саясатының арқасында табысты ел ретінде бүкіл әлемге танымал болды. Ең басты жетістігіміз бір тұтас ел болып жаңа мемлекет құрдық. Іргемізді бекітіп, еңсемізді тіктедік. Халықаралық қауымдастықтың белді мүшесіне айналдық. Тұрақты қоғам қалыптастырып, орнықты даму жолына түстік. Мемлекеттілігімізді нығайту үшін бір ел болып еңбек етіп жатырмыз. Егемендік дегеніміз жалаң ұран мен жалынды сөз емес. Біз үшін ең маңыздысы әр азаматтың тәуелсіздік игілігін сезіне алуы. Оның басты көрінісі елдегі бейбіт өмір, қоғамдағы тұрақтылық пен тыныштық. Сондай-ақ халықтың тұрмыс сапасының жақсаруы және жастардың болашаққа нық сеніммен қарауы. Барлық бастамамыз осыған бағытталуда. Біз тұғыры мығым ел болу жолында кедергілерді еңсеріп, қиындықтарды жеңіп келеміз. Мұның бәріне берекелі бірлік пен еселі еңбек арқылы жеттік. Еліміз тәуелсіздік жылнамасының 4-ші 10 жылдығына қадам басқалы тұр. Бұл кезеңнің оңай болмайтыны қазірдің өзінде айқын байқалуда. Сондықтан кез келген сын қатерге дайын болуға тиіспіз. Тынымсыз ізденіп, ұдайы алға ұмтылуымыз қажет. Менің Қазақстан халқына биылғы жолдауым мынадай мәселелерге арналды. Бірінші, пандемиядан кейінгі кезеңдегі экономикалық даму. Орталық Азиядағы экономикасы ең ауқымды ел саналатын Қазақстан қазір пандемияның зардабын тартуда. Дегенмен, қиындықтарға қарамастан бағдарымызды берік ұстанып келеміз. Біз орта мерзімді экономикалық саясатымызды айқындап, мемлекеттік бастамаларды реттеу үшін 2025 жылға дейін дамудың ұлттық жоспарын және мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін қабылдадық. Ұлттық жобалар бекітілетін болады. Стратегиялық мақсатымыз Орталық Азиядағы көшбасшылық рөлімізді күшейту және әлемдік экономикадағы орнымызды нығайту. Экономикамызға тікелей инвестиция тарту ісін жалғастырудың жаңа тәсілі ретінде стратегиялық инвестициялық келісім ұғымы енгізілді. Квазимемлекеттік секторды оңтайландыру үшін нақты шараларды қолға алдық. Бәйтерек және Қазагро холдингтерін біріктірдік. Еншілес компаниялар екі есе азайды. Олардың штат санын 1,5 есе қысқарттық. Жаңа қуатты даму институтын құрдық. Пандемия кезінде мемлекет азаматтарға және кәсіпкерлерге ауқымды әрі жедел қолдау көрсетті. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы өзінің тиімділігін дәлелдеді. Оны жүзеге асыру барысында 3,5 мыңнан астам жоба іске қосылды. Сондай-ақ 70 мың жұмыс орны ашылды. Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтің жалпы құны 3,5 триллион теңге болды. Бизнестің жол картасы бағдарламасының арқасында 66 мың жоба мемлекет тарапынан қолдау тапты. Бұл 150 мыңнан астам жұмыс орнын ашуға және сақтап қалуға септігін тигізді. Зейнетақы жинақтарын мерзімнен бұрын пайдалану туралы бастама экономикаға айтарлықтай әсер етті. Ең бастысы, оның әлеуметтік ықпалы айрықша болды. Осы шараның арқасында миллионнан астам азаматымыз тұрғын үй жағдайын жақсартты. Кейбірі ипотекалық қарызын азайтты. Жалпы экономикалық дамуымызда оң үрдіс бар екені сөзсіз. Алайда бүгінгі ахуалдың әлде күрделі екенін ашық айтуымыз керек. Сондықтан
мен қарапайым заттар экономикасы және бизнестің жол картасы бағдарламаларының мерзімін 2022 жылға ұластыру туралы шешім қабылдадым. Бұл мақсатқа бөлінетін қаржының жалпы көлемі кемінде 1 триллион теңге болады. Во многом благодаря низкому госдолгу и наличию значительных резервов Казахстан сравнительно успешно преодолевает последствия пандемии. Это наше серьезное конкурентное преимущество, и сейчас важно его не растерять. Однако в последнее время появилась тенденция, когда для покрытия расходных обязательств увеличивается дефицит бюджета и трансферты из национального фонда. Все время идти по такому легкому пути не получится. Запас финансовой устойчивости далеко не безграничен. Очевидно, что необходимы меры по увеличению доходов бюджета. Но в первую очередь нужен контроль за объемами и эффективностью государственных расходов. Для восстановления активов Национального фонда следует ускорить внедрение бюджетного правила. Соответствующие законодательные поправки должны быть приняты до конца нынешнего года. В целом, стране необходим свод правил по управлению государственными финансами, госдолгом, бюджетной политикой, нацфондом. Прошу правительство и Национальный банк до конца года подготовить концепцию управления государственными финансами. Наряду с этим нужно продолжать работу по диверсификации экономики, расширению номенклатуры производимых товаров и географии экспорта. По итогам 2020 года впервые за 10 лет индустриализации вклад обрабатывающей промышленности в развитие экономики превысил долю горнодобывающей отрасли. Среднесрочная цель к 2025 году – увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в 1,5 раза до 24 миллиардов долларов, а производительность труда – на 30%. Разрабатываемый закон о промышленной политике должен дать ответы на вопросы, стоящие перед обрабатывающим сектором. Один из них – проблема доступа к сырью. Требуется внедрить простое правило – цена сырьевых товаров для отечественной промышленности должна быть доступной, а объем – достаточным. До конца года правительство должно найти оптимальный вариант решения этой важной задачи. При этом нужно иметь в виду, что ресурсный потенциал нашей страны полностью не раскрыт. Геологическая изученность остается на низком уровне. Необходимо расширять доступ инвесторов к качественной геологической информации. Для этого на базе разрозненных подведомственных организаций следует создать эффективную национальную геологическую службу. Данная организация не должна стать монополистом, который решает, кого и как допустить к недрам. Ее роль заключается в оказании комплексной сервисной поддержки инвесторам. Отрасль недропользования нуждается в новом импульсе, особенно в части геологоразведки и комплексного изучения недр. Реформы, начатые в рамках плана нации, следует довести до практического завершения, создать открытую цифровую базу данных геологической информации, обеспечить к ней доступ инвесторов. Недра – это национальное достояние. Решение о доступе к ним путем кулуарных обсуждений в тиши кабинетов должно быть поставлено вне закона. Соответствующие органы обеспечат контроль по данному вопросу. Далее. Чрезмерное присутствие государства в экономике серьезно сдерживает ее рост и конкурентоспособность, приводит к коррупции и незаконному лоббированию. Госпредприятия по-прежнему доминируют во многих секторах, пользуются монопольными льготами. Мы начали решать данные проблемы. Так, в концепции государственного управления предусмотрены меры по сокращению квазигосударственного сектора, повышению его эффективности, прозрачности и подотчетности. Высшим советом по реформам одобрен новый план приватизации. Теперь нужен строгий контроль. Но есть и другие вопросы. В частности, почему отдельные национальные компании и госпредприятия работают в убыток, а их первые руководители не несут ответственности за это.
Правительству предстоит решить данную проблему. Мы также столкнулись с неконтролируемым ростом инфляции. Национальный банк, правительство оказались бессильными перед ней, сославшись на мировые тенденции. Подобного рода отговорки высвечивают уязвимость национальной экономики. Возникает еще один вопрос: в чем тогда состоит роль наших профессиональных экономистов? Главная задача Национального банка и правительства – это возвращение инфляции в коридор 4-6%. В результате реализации антикризисных мер общим объемом 6,3 триллиона тенге в экономике возникла избыточная денежная масса. Но существуют ниши, в которые эти средства не поступают. Банки второго уровня не вкладываются в небольшие проекты, особенно на селе. Поэтому предстоит задействовать потенциал микрофинансовых организаций. Они работают на местах, знают клиентов, их бизнес и возможности. Национальному банку и агентству по финрегулированию следует подготовить пакет решений по данному вопросу. Большое значение имеет работа по снижению уровня стрессовых активов. Мы приняли решение: государство не должно помогать банкирам. Вместе с тем, замороженные активы нужно возвращать в экономический оборот, но исключительно на рыночной основе. Для этого нужна законодательная база. Правительству совместно с агентством по финрегулированию следует до конца года внести законопроект в парламент. Теперь о немонетарных составляющих инфляции. Главное из них – цены на продукты питания. Об огромном аграрном потенциале Казахстана говорится много. Но в сфере АПК накопилось немало проблем. Прежде всего, это неэффективное ценообразование и распределение продовольственных товаров. Ранее я говорил о важности создания сети оптово-распределительных центров. Эта задача находится в стадии реализации. Важно обеспечить доступ к ним мелких сельхозтоваропроизводителей, включая, возможно, личные подсобные хозяйства. Монополизация данного рынка недопустима. Необходимо также обеспечить единый контроль над ценами по цепочке от производителя. Сейчас за эту работу отвечают несколько ведомств. После очередного скачка цен они вместо вдумчивого анализа и принятия эффективных мер начинают кивать друг на друга. Пора навести порядок в этом деле. Следует разграничить зоны ответственности, определить один орган в качестве основного, прописать четкие регламенты взаимодействия остальных ведомств. Правительство должно принять решение по этому вопросу в месячный срок. Екіншіден, ауа райының қолайсыздығы мал шаруашылығында түйткілді мәселелер бар екен көрсетті. Біз жедел шара қабылдап, жем-шөп тапшылығына байланысты ахуалды реттедік. Дегенмен, бұл салада әлде жүйелі жұмыс атқару керек. Жем-шөп дайындауға қажетті жер көлемін кеңейткен жөн. Сондай-ақ, егіс алқабына әр жылы әртүрлі дақыл егу талабын сақтау үшін тиісті бақылауды күшейткен абзал. Ғарыштық мониторинг және қашықтан зондтау мүмкіндігін кеңінен қолдану керек. Жайылымдық жерді тиімді пайдалануда өте маңызды. Қазір мал жаятын жерге шаруалардың қолы жетпей жүр. Өйткені мұндай алқаптарды кейбір белгілі адамдар иеленіп қалған. Тіпті оны адам аяғы баспайтындай етіп қоршап тастаған. Әкімдер түрлі себептерді сылтауратып, ықпалды адамдардың ығына жығылып, бұл мәселені шеше алмай отыр. Үкімет құзырлы органдармен бірлесіп, осы ахуалды өзгертетін батыл шаралар қабылдауға тиіс. Жеке қосалқы шаруашылықтардың малын жайылымдық жермен қамтамасыз ету мәселесіне айрықша назар аудару қажет. Олардың құқықтық мәртебесі және көрсетілетін қолдау тәсілдері жеке қосалқы шаруашылықтар туралы бөлек заңда көрініс табуы керек. Үкімет бұл заң жобасын өте қысқа мерзімде әзірлеуге тиіс. Ветеринария саласында жетілдіру қажет. Бұл салада орталық пен өңірлер арасындағы
міндеттер мен құзыреттер нақты бөлінуі керек. Мал басының амандығы және өнімділігі жергілікті ветеринарлардың тиімді жұмысына байланысты. Бұл түптеп келгенде ауылдағы ағайынның әл ауқатына тікелей әсер етеді. Ветеринария қызметі қазіргі заман талабына сай болмаса, ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортын арттыру мүмкін емес. Сондықтан осы салада жүйелі жұмыс атқарылуға тиіс. Атап айтқанда, үдерістерді цифрландыру, мәлімет жинау және оны автоматтандыру маман дайырлау және олардың жалақысын көбейту шаралары үкімет жыл соңына дейін ветеринария жүйесін реформалау жөнінде нақты шаралар қабылдауы керек. Үшіншіден, біздің аграрлық саясатымызда сабақтастық болмай отыр. Министр ауысса, саланың саясаты да өзгереді. Мұндай жағдайда шаруаларға алдағы жұмысты жоспарлау қиынға түседі. Бір аңғай негізгі бағыт болуы қажет. Соған сәйкес, субсидиялау тәсілдерін қайтта қарап тұрақтандыру керек. Келесі мәселе, соңғы 5 жылдың өзінде субсидиялауға 2 триллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Өкінішке қарай, агроөнеркәсіп кешеніне қатысты қозғалған қылмыстық істердің жартысынан астамы субсидияны талан-таражға салуға байланысты болып отыр. Бұған жол беруге болмайды. Нормативтік негізін нығайтып, тиімді жоспарлау және мониторинг жүргізу жүйесін енгізу қажет. Субсидияны рәсімдеу тәртібі түсінікті әрі толығымен ашық болуға тиіс. Шағын және орта шаруашылықтар үшін субсидия толығымен қол жетімді болуы керек. Ауыл шаруашылығын технологиялық тұрғыдан қайта жабдықтауды қолдау тәсілдерін мұқият қарауымыз қажет. Агроөнеркәсіп кешені қолданатын технологияның шамамен 90% әбден ескірді. Оны жаңарту керек. Ауыл шаруашылығын субсидиялау саясатын өнеркәсіп саласындағы мемлекеттік саясатпен ұштастырған жөн. Үкімет пен Бәйтерек холдингі осы мәселе бойынша ұсыныстар әзірлеуі қажет. Жалпы, ауыл шаруашылығы саласының басты міндеті елімізді негізгі азық түлік өнімімен толық қамтамасыз ету. Мен биыл ауыл шаруашылығы жерлерін шетелдіктерге және олардың қатысы бар компанияларға сатуға және жалға беруге бір жола тыйым салған заңға қол қойдым. Жер кодексіне қазақстандық инвесторларды ауыл аймақтарды дамыту үшін қаржы салуға ынталандыратын түзетулер енгізілді. Бұл өзгерістер ауыл шаруашылығы жерлерін толық экономикалық айналымға түсіруге мүмкіндік береді. Шын мәнінде осы шешімдердің барлығы агроөнеркәсіп секторына оң ықпал етеді. Соның арқасында ауыл шаруашылығы ұлттық экономиканың негізгі қозғаушы күшіне айналады деп сенемін. Следующий вопрос. В современном мире одним из главных факторов конкурентоспособности является глубинная цифровизация. Для Казахстана крайне важны трансфер современных цифровых технологий, внедрение элементов индустрии 4.0. Мы должны активно работать с нашими стратегическими партнерами за рубежом. При этом важно взращивать и усиливать отечественный IT-сектор. Стране нужны молодые, образованные, мотивированные кадры. В рамках национального проекта по цифровизации необходимо подготовить не менее 100 тысяч высококлассных IT-специалистов. Экспорт услуг и товаров цифровой отрасли к 2025 году должен достичь как минимум 500 миллионов долларов. Эти и другие задачи потребуют полной цифровой перезагрузки государственного сектора. Здесь главной и давней проблемой является отсутствие эффективности. Жеке қосалқы шаруашылықтардың малын жайылымдық жермен қамтамасыз ету мәселесіне айрықша назар аудару қажет. Олардың құқықтық мәртебесі және көрсетілетін қолдау тәсілдері жеке қосалқы шаруашылықтар туралы бөлек заңда көрініс табуы керек. Үкімет бұл заң жобасын өте қысқа мерзімде әзірлеуге тиіс. Ветеринария саласында жетілдіру қажет. Бұл салада орталық пен өңірлер арасындағы
міндеттер мен құзыреттер нақты бөлінуі керек. Мал басының амандығы және өнімділігі жергілікті ветеринарлардың тиімді жұмысына байланысты. Бұл түптеп келгенде ауылдағы ағайынның әл-ауқатына тікелей әсер етеді. Ветеринария қызметі қазіргі заман талабына сай болмаса, ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортын арттыру мүмкін емес. Сондықтан осы салада жүйелі жұмыс атқарылуға тиіс. Атап айтқанда, үдерістерді цифрландыру, мәлімет жинау және оны автоматтандыру маман дайырлау және олардың жалақысын көбейту шаралары үкімет жыл соңына дейін ветеринария жүйесін реформалау жөнінде нақты шаралар қабылдауы керек. Үшіншіден, біздің аграрлық саясатымызда сабақтастық болмай отыр. Министр ауысса, саланың саясаты да өзгереді. Мұндай жағдайда шаруаларға алдағы жұмысты жоспарлау қиынға түседі. Бір аңғай негізгі бағыт болуы қажет. Соған сәйкес, субсидиялау тәсілдерін қайтта қарап тұрақтандыру керек. Келесі мәселе, соңғы 5 жылдың өзінде субсидиялауға 2 триллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Өкінішке қарай, агроөнеркәсіп кешеніне қатысты қозғалған қылмыстық істердің жартысынан астамы субсидияны талан-таражға салуға байланысты болып отыр. Бұған жол беруге болмайды. Нормативтік негізін нығайтып, тиімді жоспарлау және мониторинг жүргізу жүйесін енгізу қажет. Субсидияны рәсімдеу тәртібі түсінікті әрі толығымен ашық болуға тиіс. Шағын және орта шаруашылықтар үшін субсидия толығымен қолжетімді болуы керек. Ауыл шаруашылығын технологиялық тұрғыдан қайта жабдықтауды қолдау тәсілдерін мұқият қарауымыз қажет. Агроөнеркәсіп кешені қолданатын технологияның шамамен 90% әбден ескірді. Оны жаңарту керек. Ауыл шаруашылығын субсидиялау саясатын өнеркәсіп саласындағы мемлекеттік саясатпен ұштастырған жөн. Үкімет пен Бәйтерек холдингі осы мәселе бойынша ұсыныстар әзірлеуі қажет. Жалпы, ауыл шаруашылығы саласының басты міндеті елімізді негізгі азық түлік өнімімен толық қамтамасыз ету. Мен биыл ауыл шаруашылығы жерлерін шетелдіктерге және олардың қатысы бар компанияларға сатуға және жалға беруге бір жола тыйым салған заңға қол қойдым. Жер кодексіне қазақстандық инвесторларды ауыл аймақтарды дамыту үшін қаржы салуға ынталандыратын түзетулер енгізілді. Бұл өзгерістер ауыл шаруашылығы жерлерін толық экономикалық айналымға түсіруге мүмкіндік береді. Шын мәнінде осы шешімдердің барлығы агроөнеркәсіп секторына оң ықпал етеді. Соның арқасында ауыл шаруашылығы ұлттық экономиканың негізгі қозғаушы күшіне айналады деп сенемін. Следующий вопрос. В современном мире одним из главных факторов конкурентоспособности является глубинная цифровизация. Для Казахстана крайне важны трансфер современных цифровых технологий, внедрение элементов индустрии 4.0. Мы должны активно работать с нашими стратегическими партнерами за рубежом. При этом важно взращивать и усиливать отечественный IT-сектор. Стране нужны молодые, образованные, мотивированные кадры. В рамках национального проекта по цифровизации необходимо подготовить не менее 100 тысяч высококлассных IT-специалистов. Экспорт услуг и товаров цифровой отрасли к 2025 году должен достичь как минимум 500 миллионов долларов. Эти и другие задачи потребуют полной цифровой перезагрузки государственного сектора. Здесь главной и давней проблемой является отсутствие эффективной интеграции информсистем государственных органов. Данный вопрос требует кардинального решения и в ближайшие сроки желательно. Во-первых, предстоит выстроить принципиально новую архитектуру цифрового правительства. Все IT-инициативы госсектора будут основываться исключительно на новой платформе казахстанского гостеха. Она исключит дублирование, неэффективные затраты и бюрократию.
100% госуслуг станут доступны гражданам со смартфонов. Во-вторых, мы запускаем Центр цифровой трансформации, в котором все бизнес-процессы госорганов будут пересмотрены и переведены в цифровой формат. В-третьих, необходимо создать платформу взаимодействия национальных компаний с IT-сообществом. Цифровые потребности и запросы квазигоссектора должны максимально обеспечиваться силами отечественных компаний. В-четвертых, необходимо поэтапно расширять и обновлять линии передачи данных, сопрягая их с международными коридорами. Предстоит создать современные центры обработки данных, которые могут обслуживать соседние страны. Мы должны реализовать свой огромный информационно-телекоммуникационный потенциал. В новую цифровую эпоху он будет иметь геополитическое значение. Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части евразийского региона. Для решения данной задачи нужно усиливаться, естественно, в кадровом плане. Я прошу премьер-министра представить мне свои предложения. Далее. Ситуация в Афганистане. Общее нарастание глобальной напряженности ставит перед нами задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины. Укрепление обороноспособности, повышение оперативности, реагирование на угрозы также должны стать приоритетами государственного значения. Мы должны готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий. В высшей степени актуальным стало моделирование рисков, исходящих извне. Следует проводить стресс-тесты, прорабатывать сценарии, на основе которых будут разрабатываться и корректироваться планы действий государственного аппарата. Екінші мәселе. Денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыру. Халқымыз бірінші байлық денсаулық деп бекер айтпаған. Коронавирус денсаулық сақтау саласы үшін үлкен сынақ болды. Әлемді жайлаған індеттің беті әлі қайтар емес. Күн сайын мыңдаған азаматымыз дертке шалдығып, талай адам өмірден өтуде. Біз уақыт отырмай, індетпен күресу шараларын дереу қолға алдық. Қазақстан коронавирусқа қарсы вакцина жасап шығарған әлемдегі санаулы мемлекеттің бірі. Біздің вакцинамыздың тиімді әрі қауіпсіз екеніне еш күмән жоқ. Қазіргі қазваққа өзге мемлекеттерде сұраныс білдіруде. Елімізде вакцина қоры жеткілікті. Азаматтарымыздың таңдау мүмкіндігі бар. Көптеген мемлекеттердің бұған жолы жетпей отыр. Елімізде жаппай екпе салу жүріп жатқанмен қоғамда оған қарсы адамдар әлі де көп. Олар өздері бас тартып қана қоймай, халықты кері үгіттеуде. Соның кесірінен қаншама жұртты адастыруда. Мұндай адамдар өзінің ғана емес, өзгенің өмірі үшін де жауап беретін түсінуге тиіс. Сондықтан екпе алуға қарсы үгіттеп жүргендердің жетегінде кетпеген жөн. Адамзат көптеген індетті бастан өткерген. Вакцина пайда болғаннан кейін ғана қауіпті дерттерге тосқауыл қойылғанын ұмытпауымыз керек. Алдағы уақытта әлемде коронавирустың жаңа штамдары шығуы мүмкін. Сарапшылар басқа да індеттер пайда болатынын айтуда. Біз оның қашан болатынын күтіп қарап отыра алмаймыз. Осындай жағдайда өмір сүріп әрі қарай дамуға бейімделуіміз керек. Қазір бустерлік вакцинаны сатып алу өте маңызды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында тіркелген вакциналарды тезірек сатып алу қажет. Сонымен бірге бүкіл денсаулық сақтау саласын тұрақты екпе алу жүйесіне дайындаған жөн. Еліміздің биологиялық қауіпсіздігін болжауымен айналысатын ұлттық жүйе құрылуға тиіс. Бұл шара тиісті заң жобасында қарастырылған. Парламенттен осы заң жобасын қазіргі сессияның соңына дейін қабылдауды сұраймын. Медициналық сараптама жасайтын көптеген зертханамыз халықаралық стандартқа сай емес, дені сау ұлт жобасы бойынша кемінде 12 зертхананы жоғары технологиялық құралдармен жабдықтау қажет. Соның арқасында зертханаларымыз 90%-ға дейін
халықаралық талапқа сай жұмыс істейтін болады. Коронавирусқа қатысы жоқ, ауруларға байланысты ахуалды нашарлатып алмауымыз керек. Пандемия кезінде жоспарлы скринингтер мен ота жасау кейінге қалып жатыр. Бұрыннан бар стандартты екпелер көп деген балаларға салынбай қалды. Әрине, бұған жол беруге болмайды. Медицина саласына қомақты қаржы құю керек. Бұл қаражат инфрақұрылымға, маман дайырлауға және халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге жұмсалуға тиіс. Фармацевтика өнеркәсібіне ерекше көңіл бөлу қажет. Вируспен күрес кезінде дәл осы сала еліміздің бәсекеге қабілеті мен қауіпсіздігі үшін маңызды екеніне көзіміз жетті. Сондықтан медицина өнімдерін зертханалық және техникалық сынақтан өткізетін орталық құруымыз керек. Жаһандық фармацевтикалық корпорациялармен ынтымақтастықты жандандырған жөн. Инвесторларды тартып, озық технологияны және осы саладағы жаңа зерттеу жұмыстарын игеруді қолға алу керек. Отандық тауар өндірушілермен жасалатын офтек келісім шарттарының көлемін арттырып, өнім түрін көбейту қажет. Біздегі дәрі-дәрмек пен медициналық құрал-жабдықтың 17% ғана отандық өнім. 2025 жылы оны 50%-ға жеткізу қажет. Залог здоровья – физическая культура. Вновь заявляю, нужно создавать все условия для занятия массовым спортом, детским спортом. Акимам областей следует обеспечить поэтапное строительство спортивной инфраструктуры. В целом, в связи с итогами Токийской Олимпиады, назрела необходимость рассмотреть положение дел в спорте на отдельном совещании. Третье. Качественное образование. С января текущего года заработная плата педагогических работников увеличилась на 25%. В течение следующих 3 лет мы дополнительно направим на эти цели 1,2 триллиона тенге. Принятые меры дают свои плоды. Резко вырос средний балл поступающих на педагогические специальности. Политику поддержки учителей мы будем продолжать. Вместе с тем, в условиях глобальных изменений велика вероятность, что получаемые знания устареют раньше, чем выпускник выйдет на рынок труда. Поэтому перед профильным министерством стоит неотложная задача по адаптации учебных программ к новым реалиям. Итоги дистанционного обучения в период пандемии свидетельствуют о недостаточной эффективности национальных телекоммуникационных сетей. Это привело к появлению большого количества учащихся, не владеющих базовыми элементарными знаниями. Возникла еще одна проблема, можно сказать, беда. Дети бросают учебу, потому что не видят в ней необходимости. Правительству поручается самым серьезным образом заняться решением этого вопроса. В частности, повышением качества информационных систем для удаленных форматов обучения. Наше образование должно быть доступным и инклюзивным. Но есть и позитивные новости. В этом году сразу несколько казахстанских школьников стали победителями и призерами международных предметных олимпиад. Таких талантливых детей нужно всесторонне поддерживать. Мы будем предоставлять им гранты для поступления в вузы на внеконкурсной основе, выплачивать единовременные денежные премии. Педагогов, воспитавших ребят, также следует поощрять морально и материально. Принципиально важно поддерживать детей из социально уязвимых семей в рамках всеобуча. Меры материальной поддержки следует дополнить образовательным проектом «Цифровой учитель». Системе образования нужны мотивированные и квалифицированные педагоги. Считаю, что переобучение учителей требуется проводить раз в 3 года, а не в 5 лет, как сейчас. Ведь именно они должны быть носителями новых знаний, настоящими просветителями. При этом нельзя допускать случаев, когда педагоги проходят курсы за свой счет. Острой проблемой системы среднего образования остается нехватка мест в школах. Дефицит составляет 225 тысяч. Если не предпринять срочных мер, то к 2025 году
Он может достичь 1 миллиона мест. Ранее я давал поручение о строительстве до конца 2025 года не менее 800 школ. Сегодня ставлю задачу довести эту цифру до 1000 школ. Помимо строительства за счет бюджета, к решению этой острейшей проблемы требуется привлечь частный сектор. Следует начать поэтапный переход на подушевое финансирование полнокомплектных сельских школ. Особую значимость приобретает ранняя профориентация детей. Подрастающее поколение должно осознанно относиться к выбору будущей профессии. Правительству совместно с Национальной палатой Атамекен необходимо заняться решением этой важной задачи. Мы продолжим реализацию проекта «Бесплатное техническое и профессиональное образование». На сегодня неохваченными остаются 237 тысяч человек из числа молодежи НИИТ. Ежегодно 50 тысяч абитуриентов поступают на платной основе. 85% из них относятся к категории малообеспеченных. Такое положение нужно исправить. Следует обеспечить 100% охват бесплатным ТИПО по востребованным специальностям. Еще одной возможностью получения профессии должна стать армия. Нужно проработать вопрос освоения солдатами срочной службы рабочих специальностей, нужных в реальном секторе экономики. Задача профильного министерства – обеспечить повышение качества высшего образования. Вузы обязаны нести ответственность за должную подготовку кадров. Ғылымды дамыту біздің аса маңызды басымдығымыз. Бұл саладағы түйткілдердің шешімін табу үшін жылдың соңына дейін заңнамаға өзгерістер енгізу қажет. Ең алдымен жетекші ғалымдарымызға тұрақты және өз еңбегіне лайықты жалақы төлеу мәселесін шешу керек. Мұны ғылымға бөлінетін базалық қаражат есебінен қамтамасыз еткен жөн. Мен ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында іргелі ғылыммен айналысатын ғылыми зерттеу институттарын тікелей қаржыландыру тәртібін енгізуді тапсырдым. Құзырлы министрлік осындай ғылыми мекемелерді іріктеудің және қаржыландырудың айқын әрі ашық ережесін әзірлеуі керек. Келесі мәселе – грант мерзімі 3 жылмен шектелуі іргелі ғылымды дамытуға едәуір кедергі келтіріп отыр. Осындай қысқа жоспарлау мерзімде қандай да бір нәтижеге қол жеткізудің өзі қиын екені анық. Ғылым саласының гранттық қаржыландыру мерзімін 5 жылға дейін ұзарту мәселесін қарастырған жөн. Ұлттық ғылыми кеңестер шешімдерінің әділдігі туралы мәселеде күн тәртібінен түспей тұр. Осыған орай апелляция институтын енгізу қажет деп санаймын. Жалпы еліміздің білім беру және ғылым саласының алдында кезек күттірмес ауқымды міндет тұр. Бұл уақыт талабына сай болумен қатар, әр қашан бір адым алда жүріп, тың жаңалықтар ұсына білу деген сөз. Четвертый вопрос. Совершенствование региональной политики. Главный принцип слышащего государства – госаппарат должен работать в интересах граждан. Это в первую очередь касается местных властей. Именно акиматы призваны взаимодействовать с гражданами и оперативно решать их проблемы. Однако зачастую этого не происходит. Высшему руководству то и дело приходится корректировать принимаемые в регионах решения или вовсе принимать за них решения. Акимы разных уровней не всегда способны на сильные самостоятельные шаги, работают с оглядкой на центр. Во многом это связано с тем, что нынешний уровень подотчетности акимов перед гражданами недостаточен. Оценка их деятельности практически не зависит от мнения самих жителей регионов. Поэтому требуется оптимизировать механизм оценки работы акимов всех уровней. Важным моментом должны стать независимые социологические опросы. Они дают объективную картину реального отношения населения к качеству работы органов власти. Через опросы голоса граждан слышны напрямую, а не посредством формальных отчетов. Администрация президента должна подготовить пакет предложений по данному вопросу. В региональной политике первостепенное внимание нужно сфокусировать на снижение дисбалансов
социально-экономическом развитии. Следует правильно сочетать специфические для каждого региона задачи с общенациональными приоритетами. В рамках национального плана развития были определены 25 конкретных задач по повышению качества жизни граждан. Это и есть главное направление нашей работы. Поэтому правительству и акимам предстоит обновить планы развития регионов в соответствии с утвержденными общенациональными задачами. Конечно, одним из главных инструментов снижения дисбалансов является приоритизация бюджетных расходов. Выделение средств из республиканского бюджета не должно зависеть от пробивной силы акимов, каких-то личных предпочтений, прочих субъективных факторов. Для перезагрузки процессов бюджетирования требуется более широко применять механизм подушевого финансирования и необходимо внедрить объективную методику распределения бюджетных лимитов. Предстоит упростить бюджетные процессы, кардинально снизить бюрократию в этом вопросе, расширить применение цифровых инструментов, планирование и исполнение бюджета. Необходимо внедрить блочный бюджет с повышением ответственности администраторов бюджетных программ. Правительству нужно разработать пакет поправок в бюджетное законодательство и подзаконные акты. Крайне острой проблемой является систематическое завышение сметной стоимости проектов. Это касается как небольших объектов, например, детских садов, школ, так и крупных инфраструктурных проектов. Следует в кратчайшие сроки кардинально пересмотреть действующую нормативную базу и практику. Правительству, Счетному комитету поручается внести предложение до 1 декабря. Следующий вопрос – повышение финансовой самостоятельности регионов. С 2020 года корпоративный подоходный налог от малого и среднего бизнеса передан в местные бюджеты. Это вы знаете. За этот период, несмотря на снижение экономической активности, поступления в местные бюджеты стали на 25% больше плана. Это говорит о возросшей заинтересованности акимов в развитии местного бизнеса, увеличении инвестиций и налоговой базы. Движение в этом направлении нужно продолжать. Я прошу правительство подготовить пакет соответствующих предложений до конца года. Казахстан находится в русле устойчивой тенденции на урбанизацию. Города-миллионники должны стать опорой глобальной конкурентоспособности Казахстана, а областные центры – точками роста регионов. Поэтому потребуется разработка закона о развитии агломерации и новые стандарты комплексной застройки городов. Принципиально важным является соблюдение принципа «люди к инфраструктуре». Фокус должен быть не на развитии перспективных сел. Основная цель – обеспечить их соответствие в системе региональных стандартов. Данные подходы должны быть закреплены в плане территориального развития. На 27 моногородов сейчас приходится около 40% промышленного производства. В них проживает 1,4 миллиона наших сограждан. Нужны выверенные решения относительно дальнейшего функционирования моногородов. В ближайшее время мы обсудим данный вопрос на отдельном совещании. Важным приоритетом является развитие местного самоуправления. В городах центрального подчинения и областных центрах успешно внедрен бюджет народного участия. Реализованы десятки проектов по благоустройству в соответствии с реальными потребностями граждан. Это успешный опыт. Теперь необходимо увеличить долю народного участия в бюджете на благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство в 10 раз. Для усиления внутренней связанности страны предстоит завершить все начатые проекты по транспортной инфраструктуре. В рамках государственной программы «Нурлужол» формируется единая транспортная сеть, соединяющая центр с регионами. Реализованы стратегически важные инфраструктурные и социальные проекты. Задача акимов и правительства – запустить аналогичные программы инфраструктурного развития для каждого региона. На местах имеются давно назревшие вопросы модернизации инфраструктуры. Правительству совместно с фондом «Самрук-Казна» следует приступить к реализации следующих масштабных проектов. Это строительство на площадке Алматинской ТЭЦ-2, парогазовые установки, модернизация ТЭЦ-3 и расширение ТЭЦ-1.
Введение в строй 1000 мегаватт новых генерирующих мощностей в Южном регионе. Реконструкция кабельных сетей в Алматы и Алматинской области. Общий объем инвестиций в данные проекты составит более 1 триллиона тенге. Совместно со стратегическими инвесторами в различных регионах страны мы введем в строй около 2400 мегаватт мощностей возобновляемой энергетики. Еліміздегі экология мәселесі басты назарда болуға тиіс. Әсіресе, ауаның тазалығы айрықша маңызды. Сондықтан, мелінше ластанған 10 қаланы орта мерзімді кезеңде газға немесе баламалы қуат көздеріне көшірген жөн. Биыл батыс өңілерін газбен қамтамасыз ету ісін жақсарту үшін жалпы сомасы 700 миллиард теңге болатын 3 жоба бойынша жұмыс басталады. Бұл Қашағандағы газ өңдеу зауытының және Мағат солтүстік Кавказ магистралды газ құбырының құрылысы. Сондай-ақ Бенеу жаңа өзен магистралды газ құбырының жаңғырту жұмысы. Тағы бір маңызды мәселе бар. Біріккен ұлттар ұйымы алдағы 10 жылдың ішінде жаһандық деңгейде су ресурсының тапшылығы болады деп болжам жасап отыр. 2030 жылға қарай су тапшылығының көлемі 40%-ға жетуі мүмкін. Сондықтан біз жаңа технологиялар мен цифрландыру арқылы суды үнемдеуге көшуіміз керек. Су тапшылығын жоюдың басқа жолы жоқ. Бұл аса маңызды міндет. Үкімет су пайдалануды реттеу және оны үнемдеу технологиясын енгізу жұмысын ынталандыру үшін нақты шешімдер әзірлеуге тиіс. Су нысандарының экожүйесін сақтап, оны үнемді пайдалану үшін аса маңызды 120 каналды қайта жаңғыртуға кірсеміз. Ақмола, Алматы, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда, Түркістан облыстарында жаңадан 9 су қоймасы салынады. Бұл ауқымды жоба, бірақ біздің қолымызда қажетті ресурстың бәрі бар. Атырау және Маңғыстау облыстарының аудандарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін Астрахан-Маңғыстау магистралды су құбыры жаңғыртылады және Кендірлі кентінде су тұщытатын жаңа зауыт салынады. Жалпы, ондаған жылдар бойы қомақты қаржы бөлінгеніне қарамастан ауыз су мәселесі әлі шешім тапқан жоқ. Сондықтан өңірлерді дамытудың ұлттық жобасы аясында 5 жыл ішінде халықтың 100%-ын таза ауыз сумен қамтамасыз етуді тапсырамын. Бұл үкіметтің алдында тұрған басты міндет. Еще один вопрос, на который хочу остановиться отдельно. Мир движется в сторону экологизации промышленности и экономики. Сегодня это уже не просто слова, а конкретные решения в виде налогов, пошлин, мер технического регулирования. Мы не можем оставаться в стороне. Все это затрагивает нас напрямую через экспорт, инвестиции, трансфер технологий. Это без всякого привлечения вопрос устойчивого развития Казахстана. Поэтому мною поставлена задача достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Работать в данном направлении нужно очень прагматично. Население и экономика нашей огромной страны растут, а для качественного роста нужна энергия. С постепенным закатом угольной эпохи, помимо возобновляемых, нам придется задуматься и об источниках надежной базовой генерации энергии. Уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии. Мировой опыт подсказывает наиболее оптимальный выход – это мирный атом. Вопрос непростой, поэтому к его решению нужно подойти максимально рационально, без домыслов и эмоций. В течение года правительство и Самрук-Казна должны изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики. Данный вопрос необходимо рассмотреть и с точки зрения развития инженерного дела, формирования нового поколения квалифицированных инженеров-атомщиков в нашей стране. Перспективным направлением является также производство зеленого водорода, водородная энергетика в целом.
Правительству поручается подготовить предложение и по данному вопросу. Пятый вопрос. Формирование эффективной экосистемы на рынке труда. Пандемия привела к значительной трансформации рынка труда. Прежде всего, это стремительное развитие удаленного формата работы. Новая тенденция набирает обороты на фоне проявления множества новых профессий, автоматизации и цифровизации большинства процессов. В таких реалиях личную конкурентоспособность может обеспечить только неоднократной переквалификации, освоением новых профессий. Поэтому необходим закон о профессиональных квалификациях. Он должен регулировать вопросы признания квалификации, стимулировать работников совершенствовать компетенции. Тотальная цифровизация привела к новым формам занятости на основе интернет-платформ. Яркие примеры этого – водители такси, курьеры и другие. Эта сфера нуждается в содействии государства с точки зрения социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, налогообложения. Большое влияние на наш рынок труда оказывают иммиграционные процессы. Казахстан – это вторая страна в СНГ по количеству принимаемых трудовых мигрантов. Нужны правильные решения проблем в этой сфере. Правительству предстоит разработать новую концепцию миграционной политики. В ней также следует отразить механизмы защиты прав наших граждан, работающих за рубежом. Новые подходы требуются и к вопросам внутренней трудовой мобильности. Правительству предстоит переформатировать действующий механизм выделения пособий гражданам, переселяющимся с юга на север страны. В частности, пособие можно предоставить не только через акиматы, но и путем возмещения расходов работодателей, которые самостоятельно нанимают работников из южных регионов. Следует активно помогать переселенцам, которые хотят заниматься самостоятельным бизнесом. Также нужно рассмотреть возможность предоставления им земельных участков не только под строительство домов, но и для сельхоздеятельности, обеспечить более широкий доступ к мерам государственной поддержки. Тағы мәселеге арнайы тоқталғым келеді. Қазақстан әлеуметтік мемлекет. Сондықтан қиын жағдайға тап болған азаматтарға жан-жақты көмек көрсету басты міндеттердің бірі. Алайда қоғамда патерналистік көңіл күй және әлеуметтік масылдық көрдісі белең алды. Ел ішінде әлеуметтік бағдарламаларды әдейі жеке мүддесіне пайдаланатын азаматтар аз емес. Мұндай адамдар кез келген өркениетті елдегі сияқты заңын және бүкіл қоғамның алдында жауап беруі керек. Осындай жағдайлар мемлекеттен ала берсен деген көзқарас қалыптастырды. Ал көмекке шынымен мұқтаж жандар өкінішке қарай әлеуметтік қолдау шараларынан тыс қалып жатыр. Әрине, біздің еліміздің мүмкіндіктері зор, бірақ оның да шегі бар. Ең бастысы, әлеуметтік жеңілдікке ие болсам деген орынсыз пиғыл адамды өз еңбегімен табыс табу қабілетінен айырады. Мұндай жағымсыз өмір салты ұрпақ тәрбиесіне қазірдің өзінде кері әсер ете бастады. Сондықтан бізге түбегейлі өзгеріс керек. Заңда, қоғамда, адамдардың сана сезімде өзгеруге тиіс. Дайындалып жатқан әлеуметтік кодексте осындай мәселелерге барынша назар аудару керек. Шестой вопрос. Политическая модернизация и защита прав человека. Поэтапная политическая модернизация – одна из главных задач стратегического курса нашего государства. За последние два года в этой сфере нам удалось осуществить целый ряд серьезных преобразований. Принят новый закон, закрепивший уведомительный принцип проведения митингов. До 5% снижен порог прохождения партии в мажлис. В избирательные бюллетени добавлена графа «против всех». Осы және басқада қадамдар қоғамда белсенді қолдау тапты. Бұл бастамалар орнықты, демократиялық даму бағдарымызды нығайтып, саяси жүйемізді сапалық тұрғыдан өзгертеді. Сонымен бірге азаматтарымызды мемлекет басқару
ісіне барынша тартуға оң ықпал етеді. Бірақ мұнымен шектелуге болмайды. Біздің мақсатымыз мемлекеттің тиімділігін, саяси үдерістің ашықтығы мен бәсекелестігін одан әрі арттыру. Сондықтан саяси реформалар жалғасады. Мемлекеттілігімізді одан әрі нығайту үшін барлық өзгерісті еліміздің өзіне тән ерекшелігін ескере отырып, біртіндеп жүзеге асырамыз. Бұл мықты, әділ, әрі озық мемлекет құрудың бірден бір дұрыс жолы. Азаматтарымыз бұл ұстанымды қолдап отыр. Важнейшим шагом стало введение прямой выбранности сельских акимов. Это принципиальный момент политической реформы, предложенный мной в прошлогоднем послании. Данное решение напрямую затрагивает интересы сельчан, то есть более 40% казахстанцев. Мы на правильном пути. И уже в 2024 году граждане получат возможность хотя бы в пилотном режиме избирать акимов районов. Важный фактор дальнейшей модернизации местного самоуправления – развитие гражданской культуры. Администрации президента предстоит разработать эффективный механизм поддержки гражданских инициатив в сельской местности. Нужно адаптировать под запросы сельских неправительственных организаций систему грантового финансирования, внедрить упрощенный режим их получения. Это придаст хороший импульс для социальной активности на селе. Внедрение нормы о 30% квоте для женщин и молодежи в избирательных списках подтолкнуло партии к более активной работе, омоложению своих рядов, поиску новых лиц. Вместе с тем, в итоговых составах народных избранников квота не нашла должного отражения. Поэтому для получения полноценного эффекта нужно законодательно закрепить норму об обязательном учете данной квоты при распределении депутатских мандатов. Мы строим инклюзивное общество. Пока же в нашей стране люди с особыми потребностями слабо представлены в общественно-политической жизни. Я предлагаю расширить перечень квотируемых категорий граждан, помимо женщин и молодежи, установить квоты и для людей с особыми потребностями. Вы знаете, что сферу защиты прав человека я всегда выделяю отдельным блоком. За два последних года мы заметно продвинулись в этом направлении. В январе текущего года я подписал закон о ратификации второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Теперь нам предстоит гармонизировать нормы Уголовного кодекса с положениями второго факультативного протокола. Соответствующий закон, надеюсь, будет принят до конца года. В начале лета, в соответствии с моим указом, правительством утвержден комплексный план по защите прав человека. Этот важный документ закладывает долгосрочную институциональную основу дальнейшего совершенствования системы защиты прав человека в Казахстане. После принятия комплексного плана началась активная работа по обеспечению гендерного равенства. В этой связи следует обеспечить максимальную поддержку экономических и политических позиций женщин в обществе. За эту работу отвечает администрация президента. Следует также внести изменения в концепцию семейной и гендерной политики. Серьезные изменения происходят в правоохранительной системе. С 1 июля 2021 года функционирует административная юстиция. Данный институт по-новому выстраивает взаимоотношения государственного аппарата и граждан. Внедряются современные форматы деятельности судов, сокращаются излишние судебные процедуры. На законодательном уровне обеспечена трактовка всех противоречий и неясностей законодательства в пользу граждан и бизнеса. С внедрением трехзвенной модели усилилась защита участников уголовного процесса. С начала текущего года предотвращено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту более 2000 граждан. Повысилась оперативность прокурорского надзора. 98% безосновательных решений отменены в течение трех суток. Необходимо поэтапно расширять компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов. Это повысит их ответственность
и усилит механизмы правовой оценки результатов расследования. Органы внутренних дел освобождены от ряда непрофильных функций. Повышен статус участковых инспекторов. Они наделены дополнительными полномочиями в сфере профилактики правонарушений. В ряде регионов в пилотном режиме запущена сервисная модель полиции. Следующий этап – ее масштабирование. Успех данной работы во многом зависит от вовлеченности местных органов власти, которые должны понимать суть нововведений, оказывать содействие полиции. Они должны понимать суть нововведений. Вместе с тем нельзя упускать из вида практические вопросы борьбы с преступностью. Справедливое возмущение граждан вызывает рост мошенничеств. Генеральной прокуратуре предстоит разработать комплекс мер по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам. На особом контроле должно быть предотвращение и пресечение сексуальных преступлений против детей, особенно оставшихся без попечения родителей. Страшную угрозу благополучию будущих поколений представляет распространение наркотиков, в том числе синтетических. Правоохранительным органам поручается поставить мощный заслон на пути распространения этой заразы среди наших граждан, особенно среди молодежи. Следует продолжать эффективную борьбу с коррупцией. Профильному агентству до конца года нужно внести на утверждение стратегический документ, определяющую программу наших действий на среднесрочный период. При этом особое внимание следует уделить искоренению бытовой коррупции. Защищая права граждан, нельзя забывать и о правах правозащитников, в том числе адвокатов. Следует обеспечить безопасность их деятельности, пресекать незаконные действия, препятствующие их работе. Все вышеуказанные меры являются составной частью нашего стратегического курса, направленного на совершенствование политической системы и защиту прав человека. Жетінші мәселе – ұлттың ұйысуы одан әрі дамудың басты факторы. Қазір Қазақстан мүлде жаңа дәуірге қадам басты. Соған сәйкес, қоғамдық өмірдің барлық саласы түбегейлі өзгеруде. Жаһанды тұрақсыздық жайлап, көптеген жаңа сын қатер пайда болып жатқан кезде, біз бағдарымызды бекемдеп, болашаққа көзқарасымызды айқындай түсуіміз қажет. Білігіміз әр алуандықта, единство многообразие деген басты қағидамыз ешқашан өзгермейді. Поэтому гармоничное развитие межэтнических отношений всегда было и будет одним из магистральных направлений государственной политики. И это не просто риторика. Такой подход поддерживает абсолютное большинство казахстанцев. Для наших граждан согласие, толерантность – это сама жизнь, живая реальность, обусловленная взаимопроникновением культур и языков. Мы, согласно Конституции, единая нация, и в этом наша безусловная сила. Поддерживая плюрализм мнений, мы в то же время будем жестко пресекать любые формы радикализма. Не позволим покушаться на наш государственный суверенитет, территориальную целостность. Қоғамдағы бірлік пен келісімді көздің қарашығында сақтауымыз керек. Этносаралық және конфессияаралық қатынастың қаншалықты маңызды екенін барлық азаматымыз түсінуі қажет. Біз қашанда алауыздыққа қарсы тұра білген еліміз. Адамды тіліне, ұлтына, нәсіліне қарап кемсетуге, біреудің намысына тиюге жол бермейміз. Заң бойынша жауапқа тартамыз. Конституцияға қайшы мұндай жауапсыз қадамдар еліміздің негізгі мүдделеріне зиян келтіреді. Қазақ тілін дамыту мемлекеттік саясатының басым бағытының бірі болып қала береді. Бұл салада айтарлықтай нәтиже бар. Қазақ тілі шын мәнінде білім мен ғылымның мәдениет пен іс жүргізудің тіліне айналды. Жалпы мемлекеттік тілді қолдану аясы кеңейіп келеді. Бұл заңды құбылыс, өмірдің басты үрдісі. Сондықтан қазақ тілінің өрісі тым шектеліп бара жатыр деуге негіз жоқ. Ата заң бойынша Қазақстанда бір ғана мемлекет тіл бар. Бұл қазақ тілі.
Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя. Болашағын отанызбен байланыстыратын әрбір азамат қазақ тілін үйренуге ден қоюға тиіс. Бұл отаншылдықтың басты белгісі деуге болады. Жастарымыз өзге тілдерді, соның ішінде орыс тілін жетік меңгерсе, бұдан еш ұтылмайды. Қазақстан мен Ресей арасындағы шекара әлемдегі ең ұзын шекара. Орыс тілі Біріккен ұлттар ұйымындағы ресми 6 тілдің бірі. Сондықтан бұл мәселеге парасаттылықпен қарауымыз қажет. Еліміз өркениетті диалогпен өзара сыйластық мәдениетін дәріптеуі керек. Қазақстан халқы ассамблеясының бұл саладағы рөлі айрықша. Біз отанымыз және барлық азаматымыз үшін жауапкершілікті сезінуіміз қажет. В вопросах консолидации общества, укрепления национальной идентичности большая роль отводится эффективному использованию исторического наследия и культурного потенциала страны. В этом плане Казахстан имеет широкие возможности, в том числе для выгодного позиционирования на международной арене. Вместе с тем, наша политика по этому вопросу требует пересмотра. Сейчас государство почему-то чаще всего финансируют проекты только определенных деятелей, которые с удовольствием поглощают бюджеты. Молодые талантливые скульпторы, художники, театралы, музыканты, литераторы, которые осваивают новые жанровые форматы и постоянно экспериментируют, но при этом выживают за счет меценатов, и они остаются как бы в андеграунде. А ведь благодаря им казахстанская культура приобретает глобальное звучание. Поэтому правительству совместно с экспертами нужно до конца года представить план практических мер, направленных на продвижение новой культуры и ее талантливых представителей. Следует рассмотреть возможность создания фонда поддержки креативной индустрии. Халқымыз үшін зиялы қауымның орны қашанда ерекше. Ол тағдыры сынға түскен сәтте көзі ашық азаматтар әрдайым көш бастаған. Адасқанға жөн сілтеп, жастарға бақыт бағдар берген. Ел ағалары бір ауыз сөзбен тентегін тыйып, тектісін төрге оздырған. Біз қанымызға сіңген осы қасиеттен айрылмауымыз керек. Қазір ғаламтор дәуірі, ондағы бей-берекет ақпарат тасқыны ұрпақтың санасын улап жатыр. Бір сәттік танымалдықты көксейтін тамырсыз идеялар жаппай белең алды. Бұл аса қатерлі үрдіс. Дәл осы кезеңде ұлт зиялыларының ұстанымы және белсенділігі айрықша маңызды. Зиялылардың еңбегі марапатымен емес, салиқалы сөзімен және нақты ісімен бағаланады. Басты міндет жалпы адамзатқа ортақ қастерлі құндылықтарды жастардың бойына сіңіру. Отаншылдық, білімге құштарлық, еңбекқорлық, бірлік пен жауапкершілік сияқты қасиеттер дәріптелуі керек. Сондықтан зиялы қауымды ел болашағына әсер ететін әрбір мәселеден шет қалмауға шақырамын. Нам важно развивать традиции диалога и гражданского участия, культивировать прогрессивные ценности, лежащие в основе нашей внутренней солидарности и единства. Только вместе мы сможем укрепить нашу уникальную страновую идентичность. Как неоднократно подчеркивал первый президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, межэтническое и межконфессиональное согласие – это наше бесценное достояние. Во имя будущего государства мы обязаны сохранить и укрепить внутреннюю стабильность и общее национальное единство. Құрметті отандастар, біздің жақын арадағы негізгі басымдықтарымыз осындай. Активная интеграция информсистем государственных органов. Данный вопрос требует кардинального решения и в ближайшие сроки желательно. Во-первых, предстоит выстроить принципиально новую архитектуру цифрового правительства.
Все IT-инициативы госсектора будут основываться исключительно на новой платформе казахстанского гостеха. Она исключит дублирование, неэффективные затраты и бюрократию. 100% госуслуг станут доступны гражданам со смартфонов. Во-вторых, мы запускаем центр цифровой трансформации, в котором все бизнес-процессы госорганов будут пересмотрены и переведены в цифровой формат. В-третьих, необходимо создать платформу взаимодействия национальных компаний с IT-сообществом. Цифровые потребности и запросы квазигоссектора должны максимально обеспечиваться силами отечественных компаний. В-четвертых, необходимо поэтапно расширять и обновлять линии передачи данных, сопрягая их с международными коридорами. Предстоит создать современные центры обработки данных, которые могут обслуживать соседние страны. Мы должны реализовать свой огромный информационно-телекоммуникационный потенциал. В новую цифровую эпоху он будет иметь геополитическое значение. Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части евразийского региона. Для решения данной задачи нужно усиливаться, естественно, в кадровом плане. Я прошу премьер-министра представить мне свои предложения. Далее, ситуация в Афганистане, общее нарастание глобальной напряженности ставят перед нами задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины, укрепление обороноспособности, повышение оперативности, реагирование на угрозы также должны стать приоритетами государственного значения. Мы должны готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий. В высшей степени актуальным стало моделирование рисков, исходящих извне. Следует проводить стресс-тесты, прорабатывать сценарии, на основе которых будут разрабатываться и корректироваться планы действий государственного аппарата. Екінші мәселе. Денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыру. Халқымыз бірінші байлық денсаулық деп бекер айтпаған. Коронавирус денсаулық сақтау саласы үшін үлкен сынақ болды. Әлемді жайлаған індеттің беті әлі қайтар емес. Күн сайын мыңдаған азаматымыз дертке шалдығып, талай адам өмірден өтуде. Біз уақыт отырмай індетпен күресу шараларын дереу қолға алдық. Қазақстан коронавирусқа қарсы вакцина жасап шығарған әлемдегі санаулы мемлекеттің бірі. Біздің вакцинамыздың тиімді әрі қауіпсіз екеніне еш күмән жоқ. Қазіргі қазваққа өзге мемлекеттерде сұраныс білдіруде. Елімізде вакцина қоры жеткілікті. Азаматтарымыздың таңдау мүмкіндігі бар. Көптеген мемлекеттердің бұған жолы жетпей отыр. Елімізде жаппай екпе салу жүріп жатқанмен, қоғамда оған қарсы адамдар әлі де көп. Олар өздері бас тартып қана қоймай, халықты кері үгіттеуде. Соның кесірінен қаншама жұртты адастыруда. Мұндай адамдар өзінің ғана емес, өзгенің өмірі үшін де жауап беретін түсінуге тиіс. Сондықтан екпе алуға қарсы үгіттеп жүргендердің жетегінде кетпеген жөн. Адамзат көптеген індетті бастан өткерген. Вакцина пайда болғаннан кейін ғана қауіпті дерттерге тосқауыл қойылғанын ұмытпауымыз керек. Алдағы уақытта әлемде коронавирустың жаңа штамдары шығуы мүмкін. Сарапшылар басқа да індеттер пайда болатынын айтуда. Біз оның қашан болатынын күтіп қарап отыра алмаймыз. Осындай жағдайда өмір сүріп әрі қарай дамуға бейімделуіміз керек. Қазір бустерлік вакцинаны сатып алу өте маңызды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында тіркелген вакциналарды тезірек сатып алу қажет. Сонымен бірге бүкіл денсаулық сақтау саласын тұрақты екпе алу жүйесіне дайындаған жөн. Еліміздің биологиялық қауіпсіздігін болжауымен айналысатын ұлттық жүйе құрылуға тиіс. Бұл шара тиісті заң жобасында қарастырылған. Парламенттен осы заң жобасын қазіргі сессияның соңына дейін қабылдауды сұраймын. Медициналық сараптама жасайтын көптеген зертханамыз халықаралық стандартқа сай емес,
дені сау ұлт жобасы бойынша кемінде 12 зертхананы жоғары технологиялық құралдармен жабдықтау қажет. Соның арқасында зертханаларымыз 90%-ға дейін халықаралық талапқа сай жұмыс істейтін болады. Коронавирусқа қатысы жоқ ауруларға байланысты ахуалды нашарлатып алмауымыз керек. Пандемия кезінде жоспарлы скринингтер мен ота жасау кейінге қалып жатыр. Бұрыннан бар стандартты екпелер көптеген балаларға салынбай қалды. Әрине, бұған жол беруге болмайды. Медицина саласына қомақты қаржы құю керек. Бұл қаражат инфрақұрылымға, маман дайырлауға және халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге жұмсалуға тиіс. Фармацевтика өнеркәсібіне ерекше көңіл бөлу қажет. Вируспен күрес кезінде дәл осы сала еліміздің бәсекеге қабілеті мен қауіпсіздігі үшін маңызды екеніне көзіміз жетті. Сондықтан медицина өнімдерін зертханалық және техникалық сынақтан өткізетін орталық құруымыз керек. Жаһандық фармацевтикалық корпорациялармен ынтымақтастықты жандандырған жөн. Инвесторларды тартып, озық технологияны және осы саладағы жаңа зерттеу жұмыстарын игеруді қолға алу керек. Отандық тауар өндірушілермен жасалатын офтек келісім шарттарының көлемін арттырып, өнім түрін көбейту қажет. Біздегі дәрі-дәрмек пен медициналық құрал жабдықтың 17% ғана отандық өнім. 2025 жылы оны 50%-ға жеткізу қажет. Залог здоровья – физическая культура. Вновь заявляю, нужно создавать все условия для занятия массовым спортом, детским спортом. Акимам областей следует обеспечить поэтапное строительство спортивной инфраструктуры. В целом, в связи с итогами Токийской Олимпиады, назрела необходимость рассмотреть положение дел в спорте на отдельном совещании. Третье. Качественное образование. С января текущего года заработная плата педагогических работников увеличилась на 25%. В течение следующих 3 лет мы дополнительно направим на эти цели 1,2 триллиона тенге. Принятые меры дают свои плоды. Резко вырос средний балл поступающих на педагогические специальности. Политику поддержки учителей мы будем продолжать. Вместе с тем, в условиях глобальных изменений велика вероятность, что получаемые знания устареют раньше, чем выпускник выйдет на рынок труда. Поэтому перед профильным министерством стоит неотложная задача по адаптации учебных программ к новым реалиям. Итоги дистанционного обучения в период пандемии свидетельствуют о недостаточной эффективности национальных телекоммуникационных сетей. Это привело к появлению большого количества учащихся, не владеющих базовыми элементарными знаниями. Возникла еще одна проблема, можно сказать, беда. Дети бросают учебу, потому что не видят в ней необходимости. Правительству поручается самым серьезным образом заняться решением этого вопроса. В частности, повышением качества информационных систем для удаленных форматов обучения. Наше образование должно быть доступным и инклюзивным. Но есть и позитивные новости. В этом году сразу несколько казахстанских школьников стали победителями и призерами международных предметных олимпиад. Таких талантливых детей нужно всесторонне поддерживать. Мы будем предоставлять им гранты для поступления в вузы на внеконкурсной основе, выплачивать единовременные денежные премии. Педагогов, воспитавших ребят, также следует поощрять морально и материально. Принципиально важно поддерживать детей из социально уязвимых семей в рамках всеобуча. Меры материальной поддержки следует дополнить образовательным проектом «Цифровой учитель». Системе образования нужны мотивированные и квалифицированные педагоги. Считаю, что переобучение учителей требуется проводить раз в 3 года, а не в 5 лет, как сейчас. Ведь именно они должны быть носителями новых знаний, настоящими просветителями. При этом нельзя допускать случаев, когда педагоги проходят курсы за свой счет.
Острой проблемой системы среднего образования остается нехватка мест в школах. Дефицит составляет 225 тысяч. Если не предпринять срочных мер, то к 2025 году он может достичь 1 миллиона мест. Ранее я давал поручение о строительстве до конца 2025 года не менее 800 школ. Сегодня ставлю задачу довести эту цифру до 1000 школ. Помимо строительства за счет бюджета, к решению этой острейшей проблемы требуется привлечь частный сектор. Следует начать поэтапный переход на подушевое финансирование полнокомплектных сельских школ. Особую значимость приобретает ранняя профориентация детей. Подрастающее поколение должно осознанно относиться к выбору будущей профессии. Правительству совместно с Национальной палатой Атамекен необходимо заняться решением этой важной задачи. Мы продолжим реализацию проекта «Бесплатное техническое и профессиональное образование». На сегодня неохваченными остаются 237 тысяч человек из числа молодежи НИИТ. Ежегодно 50 тысяч абитуриентов поступают на платной основе. 85% из них относятся к категории малообеспеченных. Такое положение нужно исправить. Следует обеспечить 100% охват бесплатным ТИПО по востребованным специальностям. Еще одной возможностью получения профессии должна стать армия. Нужно проработать вопрос освоения солдатами срочной службы рабочих специальностей, нужных в реальном секторе экономики. Задача профильного министерства – обеспечить повышение качества высшего образования. Вузы обязаны нести ответственность за должную подготовку кадров. Ғылымды дамыту біздің аса маңызды басымдығымыз. Бұл саладағы түйткілдердің шешімін табу үшін жылдың соңына дейін заңнамаға өзгерістер енгізу қажет. Ең алдымен жетекші ғалымдарымызға тұрақты және өз еңбегіне лайықты жалақы төлеу мәселесін шешу керек. Мұны ғылымға бөлінетін базалық қаражат есебінен қамтамасыз еткен жөн. Мен ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысында іргелі ғылыммен айналысатын ғылыми зерттеу институттарын тікелей қаржыландыру тәртібін енгізуді тапсырдым. Құзырлы министрлік осындай ғылыми мекемелерді іріктеудің және қаржыландырудың айқын әрі ашық ережесін әзірлеуі керек. Келесі мәселе грант мерзімі 3 жылмен шектелуі іргелі ғылымды дамытуға едәуір кедергі келтіріп отыр. Осындай қысқа жоспарлау мерзімде қандай да бір нәтижеге қол жеткізудің өзі қиын екені анық. Ғылым саласын гранттық қаржыландыру мерзімін 5 жылға дейін ұзарту мәселесін қарастырған жөн. Ұлттық ғылыми кеңестер шешімдерінің әділдігі туралы мәселеде күн тәртібінен түспей тұр. Осыған орай апелляция институтын енгізу қажет деп санаймын. Жалпы еліміздің білім беру және ғылым саласының алдында кезек күттірмес ауқымды міндет тұр. Бұл уақыт талабына сай болумен қатар, әр қашан бір адым алда жүріп, тың жаңалықтар ұсына білу деген сөз. Четвертый вопрос. Совершенствование региональной политики. Главный принцип слышащего государства – госаппарат должен работать в интересах граждан. Это в первую очередь касается местных властей. Именно акиматы призваны взаимодействовать с гражданами и оперативно решать их проблемы. Однако зачастую этого не происходит. Высшему руководству то и дело приходится корректировать принимаемые в регионах решения или вовсе принимать за них решения. Акимы разных уровней не всегда способны на сильные самостоятельные шаги, работают с оглядкой на центр. Во многом это связано с тем, что нынешний уровень подотчетности акимов перед гражданами недостаточен. Оценка их деятельности практически не зависит от мнения самих жителей регионов. Поэтому требуется оптимизировать механизм оценки работы акимов всех уровней. Важным моментом должны стать независимые социологические опросы. Они дают объективную картину реального отношения населения к качеству работы органов власти. Через опросы
голоса граждан слышны напрямую, а не посредством формальных отчетов. Администрация президента должна подготовить пакет предложений по данному вопросу. В региональной политике первостепенное внимание нужно сфокусировать на снижении дисбалансов в социально-экономическом развитии. Следует правильно сочетать специфические для каждого региона задачи с общенациональными приоритетами. В рамках национального плана развития были определены 25 конкретных задач по повышению качества жизни граждан. Это и есть главное направление нашей работы. Поэтому правительству и акимам предстоит обновить планы развития регионов в соответствии с утвержденными общенациональными задачами. Конечно, одним из главных инструментов снижения дисбалансов является приоритизация бюджетных расходов. Выделение средств из республиканского бюджета не должно зависеть от пробивной силы акимов, каких-то личных предпочтений, прочих субъективных факторов. Для перезагрузки процессов бюджетирования требуется более широко применять механизм подушевого финансирования и необходимо внедрить объективную методику распределения бюджетных лимитов. Предстоит упростить бюджетные процессы, кардинально снизить бюрократию в этом вопросе, расширить применение цифровых инструментов планирования и исполнения бюджета. Необходимо внедрить блочный бюджет с повышением ответственности администраторов бюджетных программ. Правительству нужно разработать пакет поправок в бюджетное законодательство и подзаконные акты. Крайне острой проблемой является систематическое завышение сметной стоимости проектов. Это касается как небольших объектов, например, детских садов, школ, так и крупных инфраструктурных проектов. Следует в кратчайшие сроки кардинально пересмотреть действующую нормативную базу и практику. Правительству, Счетному комитету поручается внести предложение до 1 декабря. Следующий вопрос – повышение финансовой самостоятельности регионов. С 2020 года корпоративный подоходный налог от малого и среднего бизнеса передан в местные бюджеты. Это вы знаете. За этот период, несмотря на снижение экономической активности, поступления в местные бюджеты стали на 25% больше плана. Это говорит о возросшей заинтересованности акимов в развитии местного бизнеса, увеличении инвестиций и налоговой базы. Движение в этом направлении нужно продолжать. Я прошу правительство подготовить пакет соответствующих предложений до конца года. Казахстан находится в русле устойчивой тенденции на урбанизацию. Города-миллионники должны стать опорой глобальной конкурентоспособности Казахстана, а областные центры – точками роста регионов. Поэтому потребуется разработка закона о развитии агломерации и новые стандарты комплексной застройки городов. Принципиально важным является соблюдение принципа «люди к инфраструктуре». Фокус должен быть не на развитии перспективных сел. Основная цель – обеспечить их соответствие системе региональных стандартов. Данные подходы должны быть закреплены в плане территориального развития. На 27 моногородов сейчас приходится около 40% промышленного производства. В них проживает 1,4 миллиона наших сограждан. Нужны выверенные решения относительно дальнейшего функционирования моногородов. В ближайшее время мы обсудим данный вопрос на отдельном совещании. Важным приоритетом является развитие местного самоуправления. В городах центрального подчинения и областных центрах успешно внедрен бюджет народного участия. Реализованы десятки проектов по благоустройству в соответствии с реальными потребностями граждан. Это успешный опыт. Теперь необходимо увеличить долю народного участия в бюджете на благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство в 10 раз. Для усиления внутренней связанности страны предстоит завершить все начатые проекты по транспортной инфраструктуре. В рамках государственной программы «Нурлужол» формируется единая транспортная сеть, соединяющая центр с регионами. Реализованы стратегически важные инфраструктурные и социальные проекты. Задача акимов и правительства – запустить аналогичные программы инфраструктурного развития для каждого региона. На местах имеются давно назревшие вопросы модернизации инфраструктуры.
Правительству совместно с фондом «Самрук-Казна» следует приступить к реализации следующих масштабных проектов. Это строительство на площадке Алматинской ТЭЦ-2, парогазовые установки, модернизация ТЭЦ-3 и расширение ТЭЦ-1. Введение в строй 1000 мегаватт новых генерирующих мощностей в Южном регионе. Реконструкция кабельных сетей в Алматы и Алматинской области. Общий объем инвестиций в данные проекты составит более 1 триллиона тенге. Совместно со стратегическими инвесторами в различных регионах страны мы введем в строй около 2400 мегаватт мощностей возобновляемой энергетики. Еліміздегі экология мәселесі басты назарда болуға тиіс. Әсіресе, ауаның тазалығы айрықша маңызды. Сондықтан, мелінше ластанған 10 қаланы орта мерзімді кезеңде газға немесе баламалы қуат көздеріне көшірген жөн. Биыл батыс өңілерін газбен қамтамасыз ету ісін жақсарту үшін жалпы сомасы 700 миллиард теңге болатын 3 жоба бойынша жұмыс басталады. Бұл Қашағандағы газ өңдеу зауытының және Мағат солтүстік Кавказ магистралды газ құбырының құрылысы. Сондай-ақ Бенеу жаңа өзен магистралды газ құбырының жаңғырту жұмысы. Тағы бір маңызды мәселе бар. Біріккен ұлттар ұйымы алдағы 10 жылдың ішінде жаһандық деңгейде су ресурсының тапшылығы болады деп болжам жасап отыр. 2030 жылға қарай су тапшылығының көлемі 40%-ға жетуі мүмкін. Сондықтан біз жаңа технологиялар мен цифрландыру арқылы суды үнемдеуге көшуіміз керек. Су тапшылығын жоюдың басқа жолы жоқ. Бұл аса маңызды міндет. Үкімет су пайдалануды реттеу және оны үнемдеу технологиясын енгізу жұмысын ынталандыру үшін нақты шешімдер әзірлеуге тиіс. Су нысандарының экожүйесін сақтап, оны үнемді пайдалану үшін аса маңызды 120 каналды қайта жаңғыртуға кірсеміз. Ақмола, Алматы, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда, Түркістан облыстарында жаңадан 9 су қоймасы салынады. Бұл ауқымды жоба, бірақ біздің қолымызда қажетті ресурстың бәрі бар. Атырау және Маңғыстау облыстарының аудандарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін Астрахан-Маңғыстау магистралды су құбыры жаңғыртылады және Кендірлі кентінде су тұщытатын жаңа зауыт салынады. Жалпы, ондаған жылдар бойы қомақты қаржы бөлінгеніне қарамастан ауыз су мәселесі әлі шешім тапқан жоқ. Сондықтан өңірлерді дамытудың ұлттық жобасы аясында 5 жыл ішінде халықтың 100%-ын таза ауыз сумен қамтамасыз етуді тапсырамын. Бұл үкіметтің алдында тұрған басты міндет. Еще один вопрос, на который хочу остановиться отдельно. Мир движется в сторону экологизации промышленности и экономики. Сегодня это уже не просто слова, а конкретные решения в виде налогов, пошлин, мер технического регулирования. Мы не можем оставаться в стороне. Все это затрагивает нас напрямую через экспорт, инвестиции, трансфер технологий. Это без всякого привлечения вопрос устойчивого развития Казахстана. Поэтому мною поставлена задача достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Работать в данном направлении нужно очень прагматично. Население и экономика нашей огромной страны растут, а для качественного роста нужна энергия. С постепенным закатом угольной эпохи, помимо возобновляемых, нам придется задуматься и об источниках надежной базовой генерации энергии. Уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии. Мировой опыт подсказывает наиболее оптимальный выход – это мирный атом. Вопрос непростой, поэтому к его решению нужно подойти максимально рационально, без домыслов и эмоций. В течение года правительство и Самрук-Казна должны изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики. Данный вопрос необходимо рассмотреть и с точки зрения развития инженерного дела,
формирование нового поколения квалифицированных инженеров-атомщиков в нашей стране. Перспективным направлением является также производство зеленого водорода, водородная энергетика в целом. Правительству поручается подготовить предложение и по данному вопросу. Пятый вопрос. Формирование эффективной экосистемы на рынке труда. Пандемия привела к значительной трансформации рынка труда. Прежде всего, это стремительное развитие удаленного формата работы. Новая тенденция набирает обороты на фоне проявления множества новых профессий, автоматизации и цифровизации большинства процессов. В таких реалиях личную конкурентоспособность может обеспечить только неоднократной переквалификации, освоением новых профессий. Поэтому необходим закон о профессиональных квалификациях. Он должен регулировать вопросы признания квалификации, стимулировать работников совершенствовать компетенции. Тотальная цифровизация привела к новым формам занятости на основе интернет-платформ. Яркие примеры этого – водители такси, курьеры и другие. Эта сфера нуждается в содействии государства с точки зрения социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, налогообложения. Большое влияние на наш рынок труда оказывают иммиграционные процессы. Казахстан – это вторая страна в СНГ по количеству принимаемых трудовых мигрантов. Нужны правильные решения проблем в этой сфере. Правительству предстоит разработать новую концепцию миграционной политики. В ней также следует отразить механизмы защиты прав наших граждан, работающих за рубежом. Новые подходы требуются и к вопросам внутренней трудовой мобильности. Правительству предстоит переформатировать действующий механизм выделения пособий гражданам, переселяющимся с юга на север страны. В частности, пособие можно предоставить не только через акиматы, но и путем возмещения расходов работодателей, которые самостоятельно нанимают работников из южных регионов. Следует активно помогать переселенцам, которые хотят заниматься самостоятельным бизнесом. Также нужно рассмотреть возможность предоставления им земельных участков не только под строительство домов, но и для сельхоздеятельности, обеспечить более широкий доступ к мерам государственной поддержки. Тағы мәселеге арнайы тоқталғым келеді. Қазақстан әлеуметтік мемлекет. Сондықтан қиын жағдайға тап болған азаматтарға жан-жақты көмек көрсету басты міндеттердің бірі. Алайда қоғамда патерналистік көңіл күй және әлеуметтік масылдық көрдісі белең алды. Ел ішінде әлеуметтік бағдарламаларды әдейі жеке мүддесіне пайдаланатын азаматтар аз емес. Мұндай адамдар кез келген үркіниетті елдегі сияқты заңын және бүкіл қоғамның алдында жауап беруі керек. Осындай жағдайлар мемлекеттен ала берсен деген көзқарас қалыптастырды. Ал көмекке шынымен мұқтаж жандар өкінішке қарай әлеуметтік қолдау шараларынан тыс қалып жатыр. Әрине, біздің еліміздің мүмкіндіктері зор, бірақ оның да шегі бар. Ең бастысы, әлеуметтік жеңілдікке ие болсам деген орынсыз пиғыл адамды өз еңбегімен табыс табу қабілетінен айырады. Мұндай жағымсыз өмір салты ұрпақ тәрбиесіне қазірдің өзінде кері әсер ете бастады. Сондықтан бізге түбегейлі өзгеріс керек. Заңда, қоғамда, адамдардың сана сезімде өзгеруге тиіс. Дайындалып жатқан әлеуметтік кодексте осындай мәселелерге барынша назар аудару керек. Шестой вопрос. Политическая модернизация и защита прав человека. Поэтапная политическая модернизация – одна из главных задач стратегического курса нашего государства. За последние два года в этой сфере нам удалось осуществить целый ряд серьезных преобразований. Принят новый закон, закрепивший уведомительный принцип проведения митингов. До 5% снижен порог прохождения партии в мажлис. В избирательные бюллетени добавлена графа «против всех». Осы және басқада қадамдар қоғамда белсенді қолдау тапты.
Бұл бастамалар орнықты, демократиялық даму бағдарымызды нығайтып, саяси жүйемізді сапалық тұрғыдан өзгертеді. Сонымен бірге азаматтарымызды мемлекет басқару ісіне барынша тартуға оң ықпал етеді. Бірақ мұнымен шектелуге болмайды. Біздің мақсатымыз мемлекеттің тиімділігін, саяси үдерістің ашықтығы мен бәсекелестігін одан әрі арттыру. Сондықтан саяси реформалар жалғасады. Мемлекеттілігімізді одан әрі нығайту үшін барлық өзгерісті еліміздің өзіне тән ерекшелігін ескере отырып, біртіндеп жүзеге асырамыз. Бұл мықты, әділ, әрі озық мемлекет құрудың бірден бір дұрыс жолы. Азаматтарымыз бұл ұстанымды қолдап отыр. Важнейшим шагом стало введение прямой выбранности сельских акимов. Это принципиальный момент политической реформы, предложенный мною в прошлогоднем послании. Данное решение напрямую затрагивает интересы сельчан, то есть более 40% казахстанцев. Мы на правильном пути. И уже в 2024 году граждане получат возможность хотя бы в пилотном режиме избирать акимов районов. Важный фактор дальнейшей модернизации местного самоуправления – развитие гражданской культуры. Администрации президента предстоит разработать эффективный механизм поддержки гражданских инициатив в сельской местности. Нужно адаптировать под запросы сельских неправительственных организаций систему грантового финансирования, внедрить упрощенный режим их получения. Это придаст хороший импульс для социальной активности на селе. Внедрение нормы о 30% квоте для женщин и молодежи в избирательных списках подтолкнуло партии к более активной работе, омоложению своих рядов, поиску новых лиц. Вместе с тем, в итоговых составах народных избранников квота не нашла должного отражения. Поэтому для получения полноценного эффекта нужно законодательно закрепить норму об обязательном учете данной квоты при распределении депутатских мандатов. Мы строим инклюзивное общество. Пока же в нашей стране люди с особыми потребностями слабо представлены в общественно-политической жизни. Я предлагаю расширить перечень квотируемых категорий граждан, помимо женщин и молодежи, установить квоты и для людей с особыми потребностями. Вы знаете, что сферу защиты прав человека я всегда выделяю отдельным блоком. За два последних года мы заметно продвинулись в этом направлении. В январе текущего года я подписал закон о ратификации второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Теперь нам предстоит гармонизировать нормы Уголовного кодекса с положениями второго факультативного протокола. Соответствующий закон, надеюсь, будет принят до конца года. В начале лета, в соответствии с моим указом, правительством утвержден комплексный план по защите прав человека. Этот важный документ закладывает долгосрочную институциональную основу дальнейшего совершенствования системы защиты прав человека в Казахстане. После принятия комплексного плана началась активная работа по обеспечению гендерного равенства. В этой связи следует обеспечить максимальную поддержку экономических и политических позиций женщин в обществе. За эту работу отвечает администрация президента. Следует также внести изменения в концепцию семейной и гендерной политики. Серьезные изменения происходят в правоохранительной системе. С 1 июля 2021 года функционирует административная юстиция. Данный институт по-новому выстраивает взаимоотношения государственного аппарата и граждан. Внедряются современные форматы деятельности судов, сокращаются излишние судебные процедуры. На законодательном уровне обеспечена трактовка всех противоречий и неясностей законодательства в пользу граждан и бизнеса. С внедрением трехзвенной модели усилилась защита участников уголовного процесса. С начала текущего года предотвращено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту более 2000 граждан. Повысилась оперативность прокурорского надзора.
98% безосновательных решений отменены в течение 3 суток. Необходимо поэтапно расширять компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов. Это повысит их ответственность и усилит механизмы правовой оценки результатов расследования. Органы внутренних дел освобождены от ряда непрофильных функций. Повышен статус участковых инспекторов. Они наделены дополнительными полномочиями в сфере профилактики правонарушений. В ряде регионов в пилотном режиме запущена сервисная модель полиции. Следующий этап – ее масштабирование. Успех данной работы во многом зависит от вовлеченности местных органов власти, которые должны понимать суть нововведений, оказывать содействие полиции. Они должны понимать суть нововведений. Вместе с тем нельзя упускать из вида практические вопросы борьбы с преступностью. Справедливое возмущение граждан вызывает рост мошенничеств. Генеральной прокуратуре предстоит разработать комплекс мер по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам. На особом контроле должно быть предотвращение и пресечение сексуальных преступлений против детей, особенно оставшихся без попечения родителей. Страшную угрозу благополучию будущих поколений представляет распространение наркотиков, в том числе синтетических. Правоохранительным органам поручается поставить мощный заслон на пути распространения этой заразы среди наших граждан, особенно среди молодежи. Следует продолжать эффективную борьбу с коррупцией. Профильному агентству до конца года нужно внести на утверждение стратегический документ, определяющую программу наших действий на среднесрочный период. При этом особое внимание следует уделить искоренению бытовой коррупции. Защищая права граждан, нельзя забывать и о правах правозащитников, в том числе адвокатов. Следует обеспечить безопасность их деятельности, пресекать незаконные действия, препятствующие их работе. Все вышеуказанные меры являются составной частью нашего стратегического курса, направленного на совершенствование политической системы и защиту прав человека. Жетінші мәселе – ұлттың ұйысуы одан әрі дамудың басты факторы. Қазір Қазақстан мүлде жаңа дәуірге қадам басты. Соған сәйкес, қоғамдық өмірдің барлық саласы түбегейлі өзгеруде. Жаһанды тұрақсыздық жайлап, көптеген жаңа сын қатер пайда болып жатқан кезде, біз бағдарымызды бекемдеп, болашаққа көзқарасымызды айқындай түсуіміз қажет. Білігіміз әр алуандықта, единство многообразие деген басты қағидамыз ешқашан өзгермейді. Поэтому гармоничное развитие межэтнических отношений всегда было и будет одним из магистральных направлений государственной политики. И это не просто риторика. Такой подход поддерживает абсолютное большинство казахстанцев. Для наших граждан согласие, толерантность – это сама жизнь, живая реальность, обусловленная взаимопроникновением культур и языков. Мы, согласно Конституции, единая нация. И в этом наша безусловная сила. Поддерживая плюрализм мнений, мы в то же время будем жестко пресекать любые формы радикализма. Не позволим покушаться на наш государственный суверенитет, территориальную целостность. Қоғамдағы бірлік пен келісімді көздің қарашығында сақтауымыз керек. Этносаралық және конфессияаралық қатынастың қаншалықты маңызды екенін барлық азаматымыз түсінуі қажет. Біз қашанда алауыздыққа қарсы тұра білген еліміз. Адамды тіліне, ұлтына, нәсіліне қарап кемсетуге, біреудің намысына тиюге жол бермейміз. Заң бойынша жауапқа тартамыз. Конституцияға қайшы мұндай жауапсыз қадамдар еліміздің негізгі мүдделеріне зиян келтіреді. Қазақ тілін дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағытының бірі болып қала береді. Бұл салада айтарлықтай нәтиже бар. Қазақ тілі шын мәнінде білім мен ғылымның мәдениет пен іс жүргізудің тіліне айналды. Жалпы мемлекеттік тілді қолдану аясы кеңейіп келеді. Бұл заңды құбылыс.
өмірдің басты үрдісі. Сондықтан қазақ тілінің өрісі тым шектеліп бара жатыр деуге негіз жоқ. Атазаң бойынша Қазақстанда бір ғана мемлекет тіл бар. Бұл қазақ тілі. Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя. Болашағын отанызбен байланыстыратын әрбір азамат қазақ тілін үйренуге ден қоюға тиіс. Бұл отаншылдықтың басты белгісі деуге болады. Жастарымыз өзге тілдерді, соның ішінде орыс тілін жетік меңгерсе, бұдан еш ұтылмайды. Қазақстан мен Ресей арасындағы шекара әлемдегі ең ұзын шекара. Орыс тілі Біріккен ұлттар ұйымындағы ресми 6 тілдің бірі. Сондықтан бұл мәселеге парасаттылықпен қарауымыз қажет. Еліміз өркениетті диалог пен өзара сыйластық мәдениетін дәріптеуі керек. Қазақстан халқы ассамблеясының бұл саладағы рөлі айрықша. Біз отанымыз және барлық азаматымыз үшін жауапкершілікті сезінуіміз қажет. В вопросах консолидации общества, укрепления национальной идентичности большая роль отводится эффективному использованию исторического наследия и культурного потенциала страны. В этом плане Казахстан имеет широкие возможности, в том числе для выгодного позиционирования на международной арене. Вместе с тем, наша политика по этому вопросу требует пересмотра. Сейчас государство почему-то чаще всего финансируют проекты только определенных деятелей, которые с удовольствием поглощают бюджеты. Молодые и талантливые скульпторы, художники, театралы, музыканты, литераторы, которые осваивают новые жанровые форматы и постоянно экспериментируют, но при этом выживают за счет меценатов, и они остаются как бы в андеграунде. А ведь благодаря им казахстанская культура приобретает глобальное звучание. Поэтому правительству совместно с экспертами нужно до конца года представить план практических мер, направленных на продвижение новой культуры и ее талантливых представителей. Следует рассмотреть возможность создания фонда поддержки креативной индустрии. Халқымыз үшін зиялы қауымның орны қашанда ерекше. Ол тағдыры сынға түскен сәтте көзі ашық азаматтар әрдайым көш бастаған. Адасқанға жөн сілтеп, жастарға бақыт бағдар берген. Ел ағалары бір ауыз сөзбен тентегін тыйып, тектісін төрге оздырған. Біз қанымызға сіңген осы қасиеттен айырылмауымыз керек. Қазір ғаламтор дәуірі, ондағы бейберекет ақпарат тасқыны ұрпақтың санасын улап жатыр. Бір сәттік танымалдықты көксейтін тамырсыз идеялар жаппай белең алуда. Бұл аса қатерлі үрдіс. Дәл осы кезеңде ол зиялыларының ұстанымы және белсенділігі айрықша маңызды. Зиялылардың еңбегі марапатымен емес, салиқалы сөзімен және нақты ісімен бағаланады. Басты міндет жалпы адамзатқа ортақ қастерлі құндылықтарды жастардың бойына сіңіру. Отаншылдық, білімге құштарлық, еңбекқорлық, бірлік пен жауапкершілік сияқты қасиеттер дәріптелуі керек. Сондықтан зиялы қауымды ел болашағына әсер ететін әрбір мәселеден шет қалмауға шақырамын. Нам важно развивать традиции диалога и гражданского участия, культивировать прогрессивные ценности, лежащие в основе нашей внутренней солидарности и единства. Только вместе мы сможем укрепить нашу уникальную страновую идентичность. Как неоднократно подчеркивал первый президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, межэтническое и межконфессиональное согласие – это наше бесценное достояние. Во имя будущего государства мы обязаны сохранить и укрепить внутреннюю стабильность и общее национальное единство. Құрметті отандастар, біздің жақын арадағы негізгі басымдықтарымыз осындай. Қазақстанның басты байлығы еліміздің азаматтары.
сіздердің амандықтарыңыз менің президент қызметіндегі ең басты мақсатым әрі тілегім. Сондықтан менің келесі бастамаларым ең алдымен халқымыздың әл-ауқатын арттыруға арналады. Первая инициатива. Считаю, что назрела необходимость пересмотра уровня минимальной заработной платы. Это, с одной стороны, важнейший макроиндикатор, с другой стороны, показатель, понятный каждому. Размер минимальной заработной платы не повышался с 2018 года. Мировой коронакризис усилил давление на доходы населения. Кроме того, по уровню минимальной заработной платы Казахстан уступает целому ряду стран СНГ. Поэтому принимаю решение с 1 января 2022 года увеличить минимальную заработную плату с текущих 42,5 до 60 тысяч тенге. Данная мера напрямую коснется более 1 миллиона человек, а косвенно всех трудящихся. Она уменьшит теневой зарплатный фонд, размер которого сегодня достигает 30, а может быть и 40% от декларируемого. Повышение минимальной заработной платы окажет положительный экономический эффект в виде роста внутреннего потребления. Это, по оценкам экспертов, приведет к увеличению валового внутреннего продукта на 1,5%. Одновременно следует отойти от неуместного использования минимальной заработной платы в качестве расчетного показателя в налоговых, социальных и других сферах. Прошу правительство и парламент обеспечить внесение необходимых изменений в законодательство до конца текущего года. С вступлением в силу в январе следующего года. То есть с 1 января следующего года соответствующий закон должен вступить в силу. Вторая инициатива. Более 6,5 миллиона человек в Казахстане являются наемными работниками, вы это хорошо знаете. Основной источник доходов для них – заработные платы. При этом за последние 10 лет рост фонда оплаты труда отстал от роста прибыли владельцев предприятий почти на 60%. В этой связи правительство разработает мягкие меры стимулирования бизнеса к увеличению заработных плат своих работников. Для работодателей, повышающих заработные платы сотрудников, будут предусмотрены льготы в рамках регулируемых закупок, а также преимущественный доступ к государственной поддержке. Третья инициатива. Нагрузку на фонд оплаты труда необходимо сделать более понятной и простой. Это особенно ощутимо для микро- и малого предпринимательства. Предлагаю внедрить для такого бизнеса единый платеж с фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34% до 25%. Это простимулирует бизнес вывести из тени тысячи сотрудников, которые смогут стать полноценными участниками пенсионной системы, системы социального и медицинского страхования. В этом вопросе нельзя допустить компанейщины. Необходимо подготовить соответствующие платежные системы, чтобы избежать сбоев и издержек для бизнеса. Система должна заработать с 1 января 2023 года. Төртінші бастама. 2020 жылдан бастап 600 мыңнан астам педагог пен дәрігердің әлеуметтік сала қызметкерінің жалақысы өсті. Бірақ бюджеттен қаржыланатын өзге сала азаматтары бұдан тыс қалды. Бұлар мәдениет қызметкерлері, мұрағатшылар, кітапханашылар, техникалық қызметкерлер, қорықшылар, көлік жүргізушілер және басқалар. Сондықтан 2022 жылдан 2025 жылға дейін мемлекет осы санаттағы азаматтық қызметкерлердің жалақысын жыл сайын орта есеппен 20%-ға өсіретін болады. Тұтастай алғанда, тағы 600 мың отандасымыз бұл бастаманың игілігін көреді. Бесінші бастама. Тұрғын үй азаматтарымыз үшін қашанда басты мәселе. Баспана хит және 7-20-25 сияқты тұрғын үй
бағдарламаларының мерзімі таяу арада аяқталады. Сонымен қатар, нарықтық ипотека ставкасы әлі де жоғары және жұрттың бәріне бірдей қол жетімді емес. Осыған орай, бірыңғай тұрғын үй бағдарламасы әзірленетін болады. Ұлттық даму институтына айналатын отбасы банкі оның әкімшісі болып белгіленеді. Банк алдында бір терезе қағидаты бойынша есеп жүргізіп, азаматтарға тұрғын үй бөлу міндеті тұр. Я уже отметил положительный эффект инициативы по досрочному использованию пенсионных накоплений. Она также подтолкнула людей требовать у работодателей оплаты, что называется, в белую. Для поддержания данной тенденции считаю необходимым разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в Отбасы-банк для последующей покупки жилья. Это также позволит стимулировать привычку накапливать средства, грамотно ими распоряжаться. Құрметті депутаттар, 7-ші шақырымдағы парламент өзінің бірінші сессиясында 63 заң қабылдады. Қос палаты бірлесіп, елімізде жүйелі өзгерістер мен реформалар жасауға қажетті заңнамалық негіз қалыптастырды. Бүгін парламенттің кезекті сессиясы басталмақ. Алдымызда көптеген маңызды міндет тұр. Әрбір заң жобасының қыр-сырына терең үңіліп, оны сапалы дайындау керек. Сіздер халықтың мүддесін қорғау үшін әрдайым табандылық танытуға тиіссіздер. Әрбір шешім елдің сұранысында мемлекеттің мүмкіндігінде ескере отырып, қабылдануы қажет. Осы жауапты жұмыста сіздерге сәттілік тілеймін. Қымбатты отандастар, біздің бағытымыз белгілі, мақсатымыз айқын. Ең бастысы, сол мақсатқа жету үшін не істеу керек, не істеу қажеттігін жақсы білеміз. Нақты жоспар жасап, соны жүзеге асырып жатырмыз. Біз қолға алған игі бастаманың бәрін соңына дейін жеткіземіз. Кез келген кедергіні еңсеріп, қиындықты жеңуге дайынбыз. Мен мемлекет басшысы ретінде халық үшін барлық күш-жігерімді жұмсай беремін. Мемлекеттік қызметкерлер және бүкіл қоғам бір тұтас ел ретінде алдымызда тұрған міндеттерді орындау үшін жұмылуға тиіс. Әйтпесе, ертен кеш қалуымыз мүмкін. Себебі, дүние жүзіндегі ахуал құбылмалы, әрі түрлі сын-қатерлерге толы. Все, кто сомневается в курсе главы государства, не справляется с работой, возможно, хочет каким-то образом отсидеться, уклоняется от выполнения поручений президента, мне кажется, должны уйти из занимаемых постов. Сейчас мы вступаем в решающий этап нашего развития. Государственный аппарат обязан функционировать как единый механизм. Только в таком случае мы обеспечим достижение поставленных целей. Мақты мемлекет болу үшін ұлттың ұйыса білуі айрықша маңызды. Шын мәнінде ұйымдасқан ұтады. Ынтымақ жүрген жерде ырыс бірге жүреді. Деп халқымыз бекер айтпаған. Біздің күш-қуатымыз берекелі бірлікте. Ендеше бірлігімізді бекемдеп, ел үшін еңбек етейік. Қасиетті отанымыз мәңгі жасай берсін. Mm-hmm.